поверьте, что для меня это очень важно. И если сказать, что я не волновался, я волновался, я переживал, потому что все, что мы делаем, и я делаю, я стараюсь, конечно же, в первую очередь, чтобы это было на развитие университета, на поднятие его статуса, поднятие статуса каждого из вас, преподавателей, сотрудников университета. И очень важно именно ваше понимание, наше взаимопонимание. И нужна вот такая поддержка. Я искренне от души вас за это благодарю. Скажу, что нам предстоит непростая, тяжелая работа, конкурентная, потому что среда сегодня научно-образовательная очень конкурентная. Сказать, что будет легко, в том числе и со мной, это я не обещаю, нелегко будет, потому что надо будет работать, и успех наш общий зависит от успеха каждого. И я поэтому хотел бы именно на это настроить всех нас. Еще раз сказать, что я предприниму все возможные и невозможные усилия для того, чтобы реализовать эту программу и сделать так, чтобы действительно университет стал лучшим, узнаваемым в Российской Федерации, узнаваемым за пределами Российской Федерации. Вместе с вами, с нашей общей командой. Спасибо.